Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я буду слушать ЛСП и его их очередное творение под названием «Отброс». Вот эту картинку не люблю, значит, не люблю этот альбом. Что мне нравится в ЛСП? В ЛСП мне нравится, как они... стихоплетство, как я говорю, что вот у них вот этот вот как-то так удачно сочиняли стихи, что они вот хорошо звучат. Вот. А еще у них бывает такой, ну, как бы подтекст интересный и неожиданный, который может неожиданно все изменить в том, о чем они поют. Но не всегда. Поэтому давайте послушаем ЛСП «Отброс» и узнаем, удастся ли им удивить в этот раз меня или все пойдет по накатанной. Чувствую, ты напряглась, но я настроен серьезно. Ведь времени мало у нас. Ответ на вопрос мой. Ты готова ебаться с отбросом? Нет. Просто ебаться с отбросом. Без слов и лишних эмоций. Учти, это не просто. Воедино слились в ней трое. Леди, шлюха и дура. Вся моя жизнь не стоит ее маникюра. Она щадит нейроны. Не пьет, а нюхает пудру. Пальцем ее не трону. Но возьму тебя штурмом. Хоть я пилот, а ты штурман. Крепче держи мой штурвал. Пускай воспитан я дурно. И мало что видел, кроме дерьма. Но свой кусок я урвал. И выпью сок твой до дна. А капли на дорогих простынях твои слезы. Ведь тоже ты выпьешь сок мой до дна. Чувствую, ты напряглась, но я настроен серьезно. Ведь времени мало у нас. Ответ на вопрос мой. Ты готова ебаться с отбросом? Просто ебаться с отбросом. Без слов и лишних эмоций. Учти, это не просто. Из густо накрашенных глаз скупо капает. Вы знаете, меня тут упрекнули в том, что я когда там мат или что-нибудь такое, я там типа верх лицемерия, начинаю головой махать и так далее и тому подобное. Ну, я понимаю, что ваше время, чем жестче спето, тем круче. Но я думаю, что иногда, то есть иногда можно заменить слово на более приличное. И тогда все будет звучать совсем по-другому. Слезы, я точно узнаю сейчас. Твой ответ на вопрос мой. Да ты хочешь ебаться с отбросом? Да ты будешь ебаться с отбросом. Скупо капают девичьи слезы на белоснежную простынь. Остынь. Ходит так холодно, как лед. Я не Арлекин. Я мужчина, который поет. Плюс автор, который жжет. А ты решила, что я отброс? Лишь потому, что за моей спиной. Отбрось, слышь? Слишком уж ты высоко забралась. Как бы не упасть, ведь домашние кошки плохо знают воровых котов. Зачем уважать твою власть, если я уже увлажнил твою пасть? Ты готова ебаться с отбросом, а вот отброс с тобой не готов. Негатив, это все, что вынес городской свалки. Отброс, через боль и страдания проходит огранку мой алмаз. Твоя дорога была так проста, ты сама куколка настолько пуста, что даже напряглась не всерьез. Ну, что хочу сказать. Интересный разворот событий. Чем закончилось-то? То есть, вроде как бы он все время намекал на то, что он на все согласен, да? А она такая вся и такая, а он такой-то весь снизов. А потом выяснилось так, что ему-то самому-то это было и не надо. Вот, в общем-то, вот тема и удивительная ЛСП, что ты не знаешь, когда они начинают о чем-то... петь или читать, да, как вы там говорите, то ты не знаешь, чем это все закончится. И этим порой удивляют. То есть, как бы, такой смысл достаточно серьезный иной раз несет, иной раз и нету его. А вот в этом случае, вот, и даже в этом альбоме, я помню, как что-то тоже удивилась, но уже не помню, в каком треке удивилась, что этим дело закончилось. И тут, видите, было одно, а на деле все вывернулось не так. Поэтому... меньше угрожайте, и тогда
Все у вас будет хорошо. Всем пока.